Я думаю, что шансы на спасение людей остались просто минимальные. То есть по состоянию на 11.00 21 человек погиб, но 40 как бы пропавшие без вести. Ну, дай бог, чтобы мы нашли из них несколько. Ну, это 100%, 100%, это удар российской ракеты Х-22. То есть, вот, ну, я лично был, и были военные, то есть, они даже от нее нашли, получается, лючок. Как версия моя, то есть через реку была теплостанция, то есть они пытались попасть в теплостанцию, только ракета пролетела мимо и попала в жилые дома. Вы видели, собственно, то есть это получается вот слева стояк, то есть там был шанс. То, что находится внизу, это как бы как слоеный пирог, я думаю, там шанс должен быть. Причем мы пытались пробиться снизу через подвалы. Подвал тоже разрушен, то есть ракета добила, получается, уже до самого низа. То есть мы даже не можем засверлиться из подвалов как бы снизу. Я так, ну, то есть я разговаривал сегодня со своими замами, там все работают. Я думаю, что к 3 часам ночи не закончу. Ну, тяжелые, то есть у нас где-то порядка 70 человек обратилось за помощью, из них где-то до 10 уже тяжелых, все. Тяжелые, то есть люди придавленные плитами, и самое главное, то есть температура минус 3, полное переохлаждение и отравление угарными газами. Ну, да, это раз, а с другой стороны, вы же понимаете, что Ленинакан, там было тепло.